На плотине. И сейчас мы видим, да, какая-то река. Смотрите, сколько здесь живности, кошмары, столько мусора, ужас. Покушать кафе Гульжан называется, так вот выглядит, в принципе, неплохо и дешево, и очень даже хорошо. Сына, дядя хочет поехать.
Мы доехали до Талдыка. Наконец-то у нас хорошая дорога. И едем уже в Алмату. Мы остановились на заправке, сейчас будем заправляться. Очень жарко, опять мы все красные. Вот. Мирош сейчас посадим в кресло. Взяли на руки, потому что уже нудил. И как раз на заправке немножко посидит у меня. И потом пересядем обратно в кресло. У нас, кстати, что-то случилось с амортизатором задним. Вот муж его снял. В общем, там что-то вылетело, он наехал на кочку, какую-то что-то вылетело, и все, пипец, пришлось снимать. Мы красные, как помидоры. Очень жарко. Вот знаете, такое ощущение, что Алакон ждал специально, что мы уедем, и будет такая вот жарища, такая погода. Да, Мироша вовсю разговаривает, матерится, хочет уже домой. Вчера ничего не снимала, потому что были настолько уставшие, что просто сходили в душ и легли спать. Вот пока я еду на работу, точнее к маме, хочу вам все-таки подытожить, да, наш отдых и рассказать о плюсах, о минусах в общем и то есть какие критерии вообще выбора пансионата, зоны отдыха и так далее. Будет слышно машины, потому что кондиционер не могу включить, только могу этот окна открыть. Если включу кондиционер, будет сильно-сильно шуметь, поэтому так что сори. Вот. Начнем, наверное, с самой зоны отдыха и вообще в целом. С самой, наверное, дороги стоит начать, потому что, как вы видели уже из моих предыдущих влогов, то что дороги вообще нету, она никакущая, ее просто, ее даже не то, что нет, ну, как будто ее там никогда не было. То есть они снимают старый асфальт, кладут его на новую дорогу, и получается старая дорога остается вообще без асфальта. Вот, дорога очень тяжелая, очень долгая. Блин, почему-то здесь у нас пробка. Так. Дорога очень тяжелая, очень долгая. И мы очень пожалели, что поехали на машине. Сейчас есть вообще комфортабельные автобусы, то есть со спальными местами. И знаете, когда вы в автобусе, вообще, когда вы находитесь в чужом транспорте, вы не переживаете за машину, не переживаете за ее сохранность и так далее. На легковых я вообще не знаю, как люди ездят, потому что мы даже умудрились ехать обратно, и у нас что-то там случилось с амортизатором. Вот. Поэтому как-то вот так. Поэтому либо выбирайте транспорт, такой подходящий вам, это автобус, это поезд, это самолет, тот же самый сейчас до Учарала, с Алматы ходит самолет, правда он ходит два раза в неделю и в обед, что не совсем, конечно, удобно, но мне кажется, самолет и потом на трансфере доехать это просто без проблем. Тем более сейчас у отеля, не у отеля, а у зоны отдыха, свой трансфер, у большинства, конечно, зон отдыха, и свой трансфер с аэропорта они встречают. Вот, сама зона отдыха нам понравилась. Но, если честно, типичной разницы в сервисе нет. Мне так кажется,
там тебе помогут что-то там сделать, даже за ребенком посмотреть, в принципе, не проблема, но уборка номера, да, из минусов, уборка номера это вообще у них там, как в Амарине, очень странно. Они просто приходят и спрашивают, нужна ли уборка. Вообще положено убираться каждый день. То есть они должны делать влажную обработку каждый день или хотя бы раз в 2 дня. Менять полотенца тоже желательно каждый день. Там доливать мыло, доливать гель для душа, шампунь. Такого у нас ничего не было за неделю. Мы просили убраться сами. Убирались, просто заменили полотенце, второй раз они сделали на влажную уборку и заменили постельное белье. То есть я считаю, что это большой минус, потому что когда ты живешь с ребенком в номере, просто номер засран так, что ну невозможно. Тут дома-то с ним невозможно, потому что дома всегда бардак. А там, тем более, помещение, одна такая комнатка, это вообще... тоже как-то не очень. Еще из минусов это, конечно, сам вообще отдых, да, то, что очень мало такого интересного для детей. Именно было на нашей зоне отдыха Аквамарин. Так, сейчас я перестроюсь. Очень мало интересного там, аниматоров нету. Детские площадки такие скудные, для малышей они не пойдут. Тем более, как бы для нашего возраста вообще нам не подходило. Бассейн. Бассейн, да, класс, супер большой бассейн. Но, опять же, для ребенка маленького он не подойдет, потому что там сразу такой резкий спуск. И, допустим, если бы Мироша спустился, там мне, ну, где-то по пояс было, то он, естественно, утонул там просто. Хотелось бы, конечно, чтобы был такой постепенный спуск, знаете, как в аквапарках делают, и чтобы ребенок там сам бегал, прыгал. То есть в бассейне постоянное напряжение, то, что ребенка нельзя оставить без присмотра. То есть если на пляже ты еще можешь там его как бы оставить рядом, сидеть на шезлонге и смотреть за ним, то в бассейне нет, потому что он всегда намеревается нырнуть туда вовнутрь, и это не очень. Также еще из минусов это... очень много живности на пляже, очень много комаров, мошкары. И я, конечно, надеюсь, что это мы попали не в сезон, что обычно там такого нет. Вода такая же, как в Капчагае. Особой разницы мы не заметили, если честно. Вот эта вот противная галька, конечно, портит все настроение, потому что ты не можешь передвигаться спокойно босиком, ребенок тем более. У меня был лайфхак, я надевала Мироше носки и надевала кроксы, чтобы ему не попадал вот этот весь песочек, галька вовнутрь. Мы ранили ножку там тоже, и поэтому это даже, знаете, как-то больше минус, чем плюс. Некоторые говорят же, это классно, это массаж для ног. В нашем случае это было ужасно. На пляже нет туалета, это вообще самый глубочайший минус зоны отдыха. Нет уборной. Как вы знаете, уборная у нас была, точнее не уборная, мы ездили на пляж на пароме, то есть там небольшой такой паромчик, который возил людей, но до парома есть туалет. Но представляете, если человека приспичит, он должен просто ждать, пока за ним приедет паром, потом еще там, я не знаю, соберет народу и поедет туда, доставит тебя до унитаза, грубо говоря, да, и, блин, мне кажется, человек может просто наделать в это время в штаны. А знаете, мы приличные люди, и как-то в озеро, ну, и не положено, я думаю. Вот, ну, в принципе, все еда, да, то есть самый минус того, что в Аквамарине не было включено питание в услуги номера, услуги аренды номера. Я бы доплатила деньги, но если бы было питание, и, знаете, ни о чем не паришься, типа all-inclusive и так далее. Вот, я знаю, что на других зонах есть питание, потому что много
зоны, я думаю, что в принципе по тому, когда люди рекомендуют, когда они сами там были, что в принципе да, можно на это рассчитывать, когда ты едешь отдыхать. Я была второй раз на зоне отдыха Аквамарин, когда первый раз я была без ребенка, и знаете, мне почему-то отдых показался очень даже неплохим, но с ребенком очень даже не понравилось. И первый раз я была с компанией, а в этот раз мы с мужем были вдвоем. И в общем, если подытожить, да, я, конечно, очень рада, что Алаколь расширяется, очень много зон, которые строятся. Сервис как-то улучшается, они стараются быть похожими там на Турцию, когда у них вот эти, знаете, ключики, карточки вместо ключей, не знаю, ну что еще. В общем, в принципе, этот туризм, он развивается, и дай бог, когда-нибудь это все будет на таком уровне, когда мы приедем и скажем, что да, вот, знаете, вообще супер. Вот знаете, как сейчас у нас Иссык-Куль, в принципе, он настолько уже так развит, что там даже в некоторых, да не в некоторых, даже во многих уже продают путевки в долларах. И вот эта система all-inclusive, конечно, очень выручает, очень расслабляет, ты ни о чем не паришься и так далее. Приедем ли мы еще раз на Алаколь? Нет, нет и нет. Это мой категоричный ответ. Я туда больше не поеду. Да, мы отдохнули, да, конечно, мы выбрались из городской суеты, побыли вообще втроем, просто для нас это редкость, что мы как-то втроем, постоянно кто-то еще с нами рядом. Это да, это классно. Мы немножко для нашей семьи разрядили обстановку, но в плане самого отдыха мы на Алаколь больше не вернемся, тем более на машине больше уж точно не поедем. Говорят, что, кстати, в 2022 году сделают дорогу, вот, но мне в это очень смутно верится. То, какими темпами они сейчас делают дорогу, это просто жесть. Вот, так что, в принципе, Алаколь нам обошелся, это не секрет, да, то есть мне нечего скрывать, он обошелся нам около 200 тысяч, может быть, даже чуть-чуть дороже, 230, 220, 240. Честно посудить, можно было бы добавить там стольник, добавить еще 200 тысяч, да, и просто по горящим путевкам уехать в Турцию. Пусть это будет четверка, пусть это будет тройка, но это будет отель, это будет все включено, это будет еда, это будет хороший пляж и хорошая погода. Знаете, еще один из минусов того, что да, мы поехали не в сезон, и в принципе здесь можно сказать, что мы сами виноваты в этом, но мы это поняли, да, но как комментарий я скажу, что каждый день сидеть и думать, какая у тебя будет погода, и сможешь ли ты искупаться хотя бы чуть-чуть, ну, это вообще бред. Так как мы не могли выбрать другого времени отдыха, поэтому мы именно поехали в июне. Хотя вот сейчас, знаете, в Алматы стоит очень сильная жара, и мне кажется, что мы уехали, и там тоже начнется жара, как назло. Вот, поэтому, ребята, это мое личное мнение. Я никого не призываю тоже не отдыхать там на Алаколе и так далее. Каждый выбирает то, что ему по душе, то, что ему нравится. Уверена, что если бы поехали родители туда наши, да, или им бы вообще очень сильно понравилось, или люди такие более спокойные, более домашние, им бы, конечно, мне кажется, понравилось. Но очень нам было скучно, нам не было нечем заняться по вечерам, то есть как-то все было так скудно и так далее. То есть резюмируем, что мы на Алаколь больше не поедем. По крайней мере, в ближайшие 5 лет это точно. Знаете, если вы хотите даже такой более-менее дешевый отдых, да, но все-таки там выбраться куда-нибудь, там, в какую-то другую локацию, то лучше, по моему мнению, это Иссык-Куль. Так как дорога очень хорошая, и мне кажется, Иссык-Куль я никогда не ездила, и чтобы там было без питания. Там всегда было все с питанием, все классно, вот. Поэтому как-то так. Я уже наболтала на целых 13 минут, какой ужас вообще, но болтовню, наверное, никто не будет слушать. В общем, все. Еду к маме, оставляю ребенка, потом еду на работу, потому что хоть я и в отпуске, но работа меня